Всего 10 лет назад «Хрусталь» не был в числе фирменных изделий саратовской промышленности. Существовал он тогда лишь в опытной лаборатории завода технического стекла. Сегодня продукция саратовских хрустальщиков известна во многих странах мира. Анатолий Хрисанфович Бровкин когда-то стоял у истоков нового производства. Десятки молодых шлифовщиков, пройдя его школу, стали квалифицированными специалистами. Более 5000 изделий выпускает каждая рабочая смена. Их чистый мелодичный перезвон расскажет людям о саратовских мастерах хрустального дела.